Я автор этого конкурса. Много лет назад, то есть 10 лет назад, он был придуман и развит, и воплотился в жизнь. Чему я, наверное, очень рада, с одной стороны, но, конечно, это тяжелый труд. Модельного бизнеса вообще во Владивостоке, да и в Приморском крае, в принципе. Тогда, когда мы возникли, был, в общем-то, в ГУЭС со своим, значит, факультетом дизайнерским, ну и, пожалуй, мы. Назывались мы тогда Red Star. Вот, это было очень давно, еще в 90-е годы. Но мне захотелось чего-то глобального, потому что на одном Владивостоке зацикливаться уже было не совсем интересно. И так как я родилась и живу в городе Владивостоке, да, и в Приморском крае, соответственно, поэтому название такое было придумано. Мисс Приморье. Девочки, какие девочки попадают, и ну, что им нужно, чтобы продолжить участие в конкурсе, что главное для этого? Самое первое и главное отличие в том, что если на эти конкурсы, да, мисс там России, мисс мира и так далее, едут уже подготовленные девушки, которые уже умеют практически все, то мы берем просто, как я всегда говорю, девочек с улицы. Это девочки, которые не умеют ничего, поверьте. Редкая птица долетает до середины Днепра в качестве дефиле. Знания третьей позиции. Практически никто этим не владеет. У редких людей есть какая-то вообще элементарная хореографическая подготовка. Редкие люди вообще понимают о том, что такое осанка и как ее держать, и для чего она вообще в жизни девушке нужна. Меня зовут Петрова Елена, город Находка. На конкурс я попала совершенно случайно, увидев объявление в интернете, по-моему, или кто-то из друзей мне сообщил. Пошла на конкурс, потому что, ну, пойду, может быть, вдруг пройду отборочный, хотя бы в Находке. Прошла отборочную на Находке, потом приехала в Владивосток, прошла отборочную тут, хотя я на самом деле этого вообще прям не ожидала. Для меня это было крайней вообще неожиданностью и большим, наверное, сюрпризом. И как? Мечты сбываются, наверное, все-таки. Вот. Какие цели я преследую? Я на самом деле не знаю. Я бы хотела бы выиграть и помочь, наверное, людям каким-нибудь, потому что я очень люблю помогать людям. Вот. Меня зовут Маняна Калиса, мне 18 лет. О конкурсе «Мисс Приморье» я узнала случайно через интернет, увидев небольшую рассылку, которая мне сначала показалась спамом. Я решила все-таки посетить это место, физко-холл. Я пришла туда, особо к конкурсу не готовилась и даже не рассчитывала на то, что я пройду отборочный этап. Come on to my house, drink my friends, lay on my
если учесть, что на все про все у нас просто 30 дней, то есть вы отдаете себе отчет, какая задача перед нами стоит? Хочу сказать, что вот такие вещи могут поднять только большие, великие профессионалы. И за 15 лет своего существования мы с честью наше агентство «Максим Red Star» можем сказать, что у нас работают большие, великие профессионалы, которые могут из просто девушки с улицы сделать большую звезду не только России, да, но и, не побоюсь сказать, зарубежных модельных агентств, с которыми мы сотрудничаем, полный рост. И я не имею в виду Китай, Корея, я имею в виду Францию, я имею в виду Англию, Италию и так далее, и так далее. И Соединенные Штаты в том числе тоже, куда мы очень хотим попасть, и я думаю, попадем. Конкурс помог мне обрести уверенность в себе, и я советую всем девушкам попробовать себя в таких же конкурсах и не стесняться участвовать, пробовать. Ведь, сделав шаг, мы пробиваем себе дорогу к будущему. По-настоящему будет работать, когда ей нужны деньги. У нее их нет, но она хочет многого добиться. Она будет все делать, она будет все выполнять. Она будет трудолюбива, дисциплинирована. Она будет делать, она, у нее кровь будет течь с ног, потому что она стирает мозоли. Она будет, превознемогая боль, входить. Вы посмотрите, кто сейчас ходит с кровью на ногах. Вот мы сейчас их заставим разуться. Вы посмотрите, у кого кровь на ногах. И пальцы у кого залеплены. Уже даже только поэтому можно сказать о социальном положении семьи. Украя. Я не буду, у меня нет мозолей. Мне тут же не все. Мы посылаем на Мисс Россия, на Красу Россию, да? Зачем нам купленных каких-то гемодрилов туда посылать? Вы меня, конечно, извините, но это правда жизни. Вот они нам зачем? Папики, мапики, вот эти, они нам только мешают. Они не дают девочке ни продвижения, они не дают ничего. Они только палки в колеса вот так вот вставляют на каждом шагу и все. Вот. Поэтому, если ей папики эти говорят, куда ты поедешь, зачем ты поедешь, я тебе и так там долларами, евро сыплю. Нам это надо, мы для чего это все создавали? Поэтому мы всегда за то, чтобы к нам приходили новые лица, которые хотят заработать деньги, которые хотят трудиться, которые не рассчитывают на этих папиков, а рассчитывают только на себя, и которые каждую копейку будут вкладывать в свое образование, чтобы не телепаться вот так вот за папиками, а самой планировать свою жизнь и самой планировать свои растраты, как это делает, предположим, сейчас замечательная Тамара Жукова, которая вообще в Англии живет. Это наша модель. Она стала мисс Приморья там несколько лет назад, да? Потом поработала в Москве от нас, потом поработала во Франции от нас, в Париже. Сейчас человек просто поехал и живет в Лондоне. И она сама зарабатывает деньги и каждый день нам пишет благодарственные письма. Какое спасибо, что мы из нее сделали, но у нее были задатки. Конечно же, в этом конкурсе мне бы очень хотелось занять одно из призовых мест. Однако я уже благодарна этому конкурсу за то, что я познакомилась с 11 такими же девушками, как и я. Все мы красивые, и все мы чем-то особенные. И мне кажется, что только наша индивидуальность делает нас по-настоящему привлекательными. Вполне возможно, я стала более разносторонним человеком. То есть мы каждый день разговариваем, делимся с друг другом новыми впечатлениями, новыми эмоциями. Мы все время поддерживаем друг друга, помогаем. У нас своего рода команда. Девчонки, скажите, вам как вообще сложно все это дело дается? Ходить учитесь, да? Все круто. Все очень круто. Есть клубник, она толстая. Много мозолей натерли уже? Очень, да, так крови просто. А я клубника. А? Классно. Да не, я так. Деньги, девочки. Ладно, у кого-нибудь есть деньги за чулки не укинем. Всем привет, приходите с нами на финал. Мы ждем на финале. Да, ждем вас на финале. Хорошо. Ждем всех на финале.
я хочу познакомиться с вами. Можете представиться мне, пожалуйста? Меня зовут Ольга Мазур. Я из Уссурийска. Меня зовут Анна Прохоренко, я из Владивостока. Меня зовут Сажин Констанция, я из Владивостока. Александра из города Большой. Анна Куливарова из Владивостока. Житкова Илона из Владивостока. Какая ваша была основная цель, когда вы шли на данный проект? Моей целью было участие. Я изначально шла не за победой, я хотела поучаствовать. Мне очень был интересен опыт работы на сцене. И только ради этого. А сейчас меня уже друзья пророчат, что ты возьмешь первое место, а я пока еще не готова к этому. И говорю, нет, не хочу. Участвовать безумно хочу. На следующий год хочу поступить в Академию искусств на актера театра и кино. И для меня этот проект очень полезный. Поучаствовать, то есть нас учат, как правильно там говорить, не стесняться на публику. Это очень важно. Ну, с самого начала я шла именно за победой, потому что участие для меня это... Ну, у меня такой характер. Если я иду куда-то, то уже до конца. А для меня, конечно, в первую очередь, это получить был уникальный опыт. Это научиться работать как модель, то есть правильно ходить на подиум, правильно подать себя так, чтобы заставить не только гостей, которые будут на мероприятии, а главное жюри, доказать именно, что ты достойна короны победительницы Мисс Приморья. Это прежде всего нужно убедить жюри. Замечательно. Девушки, расскажите мне, пожалуйста, о самых ярких впечатлениях, которые вы получили на этом проекте. Первым самым ярким впечатлением было услышать свой номер. Это что-то невероятное, когда уже отобрали где-то 6-7 участниц, и ты в голове прокручиваешь 31, 31, 31, и тут называют твой номер. Я была очень удивлена. Меня зовут Жанна, я директор модельного агентства «Максим» и организатор конкурса «Мисс Приморья». Скажите, пожалуйста, что для вас самое интересное в подготовке девочек для проекта «Мисс Приморья»? Вы знаете, я хочу сказать, во-первых, в этом году у нас конкурс «Мисс Приморья» юбилейный. В этом году конкурсу «Мисс Приморья» Алина будет 10 лет. Идет он уже очень давно, и каждый год все время что-то новое и интересное, собственно, то, что мы сами и придумываем. А что вы скажете о состоянии модельного бизнеса в нашем городе? Есть ли у вас какие-то замечания по этому поводу или, может быть... Вы знаете, Алина, что можно сказать о модельном бизнесе в городе Владивостоке? Начнем с того, вот даже просто, да, какой у нас модельный бизнес в России? Ну, идет еще хоть как-то там в Москве, да, что-то, какие-то показы, там, миллион этих модельных агентств, хоть что-то как-то они там крутятся. Что говорить по поводу Владивостока? Ну, дизайнеров у нас своих нет, мы ничего не выпускаем. А самый максимум, что в городе у нас конкретно может быть, это, ну, может быть, показывать, демонстрировать одежду из бутиков. На данный момент это вот то, что может быть, да. Но наше агентство, оно не настолько нацелено на город Владивосток, безусловно. У нас берут все телевидения девчонок там на съемки видеороликов, какие-то передачи, там особенно на ОТВ Прим очень много. У нас все девочки, которые ведущие, вот это все наши девушки работают. Естественно, и рекламное агентство пользуется нашими услугами. Естественно, мы делаем какие-то показы, да, небольшие, демонстрируя одежду. Но мы думаем, что рано или поздно все изменится. Индустрия моды войдет в наш город, конечно. Ждем всех на финале!